Заместитель руководителя администрации городского округа Химки Иван Лилеев провел прием жителей микрорайона Сходня. Как всегда, желающих напрямую пообщаться с представителем власти выстроилась длинная очередь. Основные вопросы, интересовавшие население, это благоустройство, ЖКХ, социальная сфера и здравоохранение. Между тем, к каждому нужен индивидуальный подход, отметил заместитель руководителя. Вопросы всегда разные, вопросы житейские, у каждого своя история, у каждого свои проблемы, поэтому вопросы одинаковые не бывают. Жители, в свою очередь, довольны, что власть прислушивается к ним и есть возможность для открытого диалога. Диалог есть, он и был, и продолжается, но хотелось бы надеяться, что все-таки все это перельется уже в какие-то реально фактические результаты, которые можно будет уже не просто услышать, но и увидеть. В следующем в микрорайоне Сходня проведет встречу заместитель руководителя Химкинской администрации по безопасности Геннадий Галуза.